Доброго дня, шановні телеглядачі. Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми будемо говорити про допомогу безпритульним тваринам. І цю тему допоможуть нам висвітлити шановні гості, які завітали до нашої студії. Прошу вітати пані Ірина Непочатова, реєстратор комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин». Доброго дня, пані Ірино. І пані Наталя Данилюк, співзасновник зоозахисної організації «Фенікс». Я вітаю вас, пані Наталю. Так само вітаю і наших молодших чотирилапих друзів у студії. А насправді проблема безпритульних тварин дуже гостра, вона стоїть сьогодні не лише в Миколаївській області, не лише перед обласним центром. А вирішення цієї проблеми фактичного немає вже тривалий час, як би сильно нам цього не хотілося. Скажіть, будь ласка, чи є якісь зрушення у порівнянні з, ну, можливо, досвідом минулих років? Чи стала на сьогодні ситуація трохи кращою? Чи з'явились нові шляхи вирішення проблеми надання житла безпритульним тваринам? Ну, например, в прошлом году открылся такие центр защиты животных, коммунальное предприятие. На сегодняшний день оно уже работает в полную силу. Собаки стерилизуются, отлавливаются с улиц, прививаются от бешенства, обрабатываются от паразитов. Вот, и потом выпускаются опять на улицы, либо пристраиваются. С собаками также работает наш кинолог Галина, очень хороший специалист. Скажем так, она... самоотверженный специалист, потому что действительно человек заинтересован и в дальнейшей судьбе животных, и в том, чтобы собак на улицах стало действительно меньше. В чому принципова відмінність з порівнянні з тим, коли у нас не було комунального підприємства? Раніше стерилізація відбувалася за кошти пожертвувателів, а сьогодні фінансування йде з інших джерел. Чи є ще якісь принципові відмінності? Ну, до того, як відкрилось комунальне підприємство «Центр защиты животных», в основному дійсно осуществлялась стерилізація за деньги меценатів, за деньги неравнодушних граждан, волонтерів зоозащитної організації «Фенікс», и, конечно, число простерилизованных животных было меньше, чем на сегодняшний момент. Плюс два раза к нам уже приезжала благотворительная международная организация «Четыре лапы», которая вот за два раза простерилизовала около 1000 животных, ну, в том числе и не только собак, но и кошек. И на сегодняшний день мы можем дать уже результат по прошедшему году. За 2015 год коммунальным предприятием «Центр защиты животных» было простерилизовано 1497 собак. А це означає, що у нас майже 1500 собак не дадуть маленьких цуценят, і проблема не буде загострена. Це значить, що в следующем, вот, ну, как бы 2016 году, точнее уже в нынешнем, который наступил, как минимум на 3,5-4 тысячи животных будет уже меньше, потому что все прекрасно знаем, что одна собака за год может принести от 3 до 15 щенков. Це дуже суттєві цифри. І скажіть, будь ласка, на поточний рік, 2016-й, яка є можливість, для якої кількості тварин провести стерилізацію? Я думаю, що стерилізація увеличиться, тому що... как бы мало того, что предприятие работает уже в полную силу, зоозащитная организация «Феникс» не стоит на месте, то есть мы развиваемся, наше количество наших волонтеров увеличивается, и плюс люди относятся к стерилизации и вообще как бы к бездомным животным уже немножко по-другому. Вот даже если взять нашу там статистику, да, исследования, которые мы проводили год назад, два года назад, то сейчас практически все уже знают, что такое стерилизация, для чего она нужна, и люди сами нам звонят, спрашивают, как можно побыстрее простерилизовать животное, то есть может через клинику. Мы работаем с клиниками «Зодиак» и «Талисман», которые действительно делают очень существенные скидки для бездомных животных, и это значительно упрощает работу и волонтеров, и коммунального предприятия. Ви сказали про те, що можуть городяни звертатися до вас із проханням постерилізувати, а взагалі, який механізм звернення городян, які потерпають від безпритульних тварин? Ми всі розуміємо, що, на жаль, їх сьогодні досить багато на вулицях, і вони віддають перевагу проживанню поряд із людиною, тому що це все ж таки рештки їжі, тому що це надія на якесь тепло, і, ну, на жаль, бувають і випадки, коли тварини кусають людей. Все ж таки про це хоч і неприємно говорити, але доводиться констатувати. Куди треба звернутися тим, хто не хоче і тваринам нашкодити, і в той же час свою безпеку хоче гарантувати? Ну, якщо, к сожалению, це вже произошло, первым делом, естественно, люди обращаются в больницу,
Больницы им дают заключение о том, что ну, это действительно собака укусила или ну, царапнула это. С этим заявлением люди должны прийти к нам на офис в Центр защиты животных. Сразу адрес можно озвучить? Улица Образцова, 1/2. Телефон 47-21-93. Люди приходят к нам, пишут заявление, описывают конкретно ситуацию сложившуюся, адрес точно, где это случилось. И наша бригада в тот же день выезжает и отлавливает данную собачку. Люди даже выходят и показывают, что конкретно вот эта собачка, если они даже не уверены, отлавливают 2-3 собачки. Ну, то есть если собаку доставляют к нам на карантин, ее обсматривает врач. Если собака еще не была стерилизована или кастрирована, ее после карантина, после 14 дней карантина стерилизуют, кастрируют. Если собачка... вменяемый, то есть кинолог подтвердит, что с психикой все нормально, что ее можно выпускать, ее выпускают обратно тоже в прежнее место обитания. Да, в жесте люди. Если вдруг собачка действительно не, ну, неадекватная, агрессивная, то она находится у нас. Бывали случаи такие, что вот у нас была собачка очень большого размера, больше, чем овчарка. Ну так случилось, что она жила возле бара, где в основном пьяные ходят. Четверых людей она укусила. Мы ее забрали, звали ее Лосяша, потому что очень большой и, ну, как бы, ну, охранял территорию он отменно, конечно, чужой не пройдет. Он просидел у нас больше 3 месяца, и приехал человек, мужчина, которому нужна была такая собака. Он долго к нам приходил, наведывался, знакомился с ним. Спилковался, да? Да, и забрал его в частный дом на охрану. И не жалуется и звонит нам, чтобы, ну, и всем знакомым советует. Так что такие случаи тоже бывали. Угу. Редко, конечно, но бывает. Ну, це чудовий приклад, і будемо сподіватися, що випадків, коли тварини кусають людей, буде дедалі менше, а випадків, коли небайдужі господарі будуть знаходити собі чотирилапих друзів, буде дедалі більше. І якщо говорити про небайдужість городян, сьогодні ну, всі ми розуміємо, що тривають свята, різке похолодання, а для тварин це особливо складний період. Ті, хто не мають домашнього затишку і замерзають, і їжі особливо бракує в такі холоди. Як ресурси вистачає Центру захисту тварин власних ресурсів для того, щоб допомогти всім, хто цього потребує? Как бы бюджетних коштів вистачає на стерилізацію. Мы же занимаемся в основном стерилизацией. По мере возможности, естественно, мы спасаем животных, реагируем на разные вызовы по спасению животных. Но в основном это стерилизация, только стерилизация. А якщо зараз нас дивляться небайдужі городяни, які готові допомогти, але не знають, як допомогти Центру захисту тварин? Сейчас, так как холодно, мы будем очень рады всем, чтобы люди приносили нам теплые вещи, так как они необходимы. В вольерах стоят будочки, но, естественно, нужны теплые вещи, чтобы собачкам было тепло. Естественно, если еще есть у кого-то желание, могут, конечно, приносить всякие вкусности для собачек, приходить, проведывать, навещать, может быть, кто-то да подберет себе тоже четверного друга. Но в основном это теплые вещи. На сьогодні найгостріша потреба це теплі речі. Коли ми говоримо про допомогу тваринам, ми розуміємо, що у вас не притулок все ж таки, це центр, де надається тимчасова допомога. Але розмови про притулок у Миколаєві ведуться вже дуже давно, проводяться численні круглі столи, проводяться численні наради і громадських організацій, і представників виконавчої влади. На сьогодні можемо ми говорити про те, що є дійсно надія на створення центру? Я зараз спеціально запитую вас, як все ж таки більш небайдужих таких активістів, щоб це не було, знаєте, такою відмашкою, відпискою черговою. На якій стадії сьогодні підготовка до створення притулку в Миколаєві? Ні на якій. Тобто поки що говорити про це марно. Поки що, во-первых, как бы, ну вот как мы видим по опыту других стран, других городов, с той ситуацией, то, что мы сейчас имеем на улицах, то в первую очередь нам нужна стерилизация и приют для агрессивных животных.
Потому что если мы построим сейчас просто приют, то мы просто с улиц заберем там какое-то количество собак, забьем это место, потому что оно нереально, допустим, одновременно содержать даже 1000 собак. Это просто будет концлагерь для животных, в котором они не будут ни получать должного ухода, ни кормления, ни территории. То есть, ну, представьте себе, какая-то должна быть территория, сколько должно быть людей и сколько должно идти денег на содержание такого количества животных. А так, если у нас в городе будет приют, то каждый человек скажет: ребята, я налогоплательщик, и я хочу, чтобы собак именно с моего двора всех вот забрали. То есть это просто нереально. На сьогодні це скоріше така утопія створення притулку, а не реальне вирішення проблеми. Приют для агрессивных животных, да, то есть те же самые собаки, которые агрессивные, которые находятся на улице, и они опасны для жизни человека. Но, тем не менее, как бы они проявляют агрессию не полностью ко всем людям, да, в какой-то сложившейся ситуации. То есть, если щенка с детства били, пинали ногами, то, ну, как бы он может там проявлять агрессию либо к определенному виду людей, там, допустим, или мужчины, или, ну, то есть он воспринимает опасность, и это у него откладывается на подкорочке, скажем так, и когда он видит эту опасность, то он, соответственно, и реагирует. Он не может сказать словами там, или как-то что-то делать, но, тем не менее, он защищает себя зубами. И вот для таких собак, если бы был приют, то это было бы, конечно же, здорово. Но опять-таки, зная наших горожан, то каждая вторая собака у нас тут же станет агрессивной, и все будут говорить... Ну, вот, для цього є кінологи, які можуть давати свої висновки. Которые тестируют животных, которые делают, как бы дают свои заключения. Вот, и в этом приюте могли бы, допустим, работать с этими собаками, потому что, как уже вот Ирина рассказала, есть случаи, когда люди хотят именно вот агрессивную собаку себе домой, либо на охрану какой-то территории, каких-то складов, то есть им не нужен пушистик, и не нужен звоночек там или что-нибудь мелкое, им нужна большая собака, которая будет защищать и охранять эту территорию. И таких собак, конечно, было бы очень здорово пристраивать именно, ну, скажем так, на работу. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про досвід інших областей і порівняти його із досвідом Миколаївщини, що ми можемо сказати? Можна в когось взяти інший позитивний приклад, скористатися вже напрацьованими якимось технологіями, якимись напрацьованими методиками допомоги тваринам? Чи навпаки, Миколаївщина на сьогодні не потребує сторонньої допомоги і сама може допомогти комусь? Ми, звісно ж, працюємо з іншими містами, з іншими зоозахисними організаціями, але треба відмітити, що Миколаїв не стоїть на останньому місці. Тобто, к нам приїжджають інші міста, інші зоозахисники, інші комунальні підприємства, які тільки стануть, як би, встали на путь вот сокращения именно гуманными методами численности бездомных животных. Мы обмениваемся опытом. Они очень позитивно как бы относятся к нам, потому что они видят действительно, что мы уже получили результаты, они видят наш центр, видят, общаются с нашими сотрудниками, видят этих собак, которые уже бегают с клипсами у нас на улице. Вот. Есть, конечно, города, вот, например, на Западной Украине, которых, скажем так, они на шаг впереди нас. То есть мы берем... Чего бракує нам для того, чтобы досягти такого результата, как у них? Нам не хватает развязанности рук в плане закона. Вот, то есть нужно внести изменения в правила содержания домашних животных города Николаева, ужесточить их, скажем так, потому что есть некоторые моменты, которые действительно являются лазейками для нерадивых хозяев, да, которые, там, допустим, не хотят стерилизовать своих животных. У нас должна быть регистрация именно обязательная, чтобы, если собака не зарегистрирована, чтобы был штраф, чтобы можно было регулировать все эти процессы и действительно наказывать людей, а не так, что, ну да, ну вот мы, допустим, представители коммунального предприятия, вот мы делаем замечания, мы не можем выписать штраф без милиции, вот, мы не можем обязать человека, потому что это как бы, ну, нет у нас таких вот возможностей, таких прав. А взагалі, якщо хтось із городян стає свідком, коли господар позбувся своєї тварини, вигнав її на вулицю і, ну, цим самим ще більше загострив взагалі проблему, яка існує на сьогодні. Він може звернутися до поліції саме зі скаргою на такого непорядного господаря? Звісно, він може і должен це зробити. Но опять-таки, если собака не зарегистрирована на этого хозяина, как полиция докажет то, что вот это его действительно собака? Он скажет, это не моя собака, и у меня ее никогда не было.
То есть для этого нужно, чтобы каждый хозяин, владелец собаки, регистрировал ее. Мова зараз йде про чипування, якщо я вас правильно розумію. На сьогодні це добровільна процедура. Она не добровільна, она прописана в правилах содержания домашних животных. Она обязательная для хозяевов. Як вони співають, як вони хочуть докликати зараз до своїх майбутніх господарів? Собак обязательно чипировать нужно, ну, регистрировать, а кошек по желанию хозяина. Но, опять-таки, никто не проверяет, никто не наказывает за это, поэтому каждый хочет, не хочет. Сейчас в основном, к сожалению, приходят регистрировать и чипировать только тогда, когда нужно вывозить животное за границу. Без этого, это обязательное условие. И для этого в основном приходят. А вот так, чтобы просто прийти и зарегистрировать, чтобы обезопасить себя и свою же собаку, ну, к сожалению, пока очень мало. Ну, а якщо говорити про зміни, взагалі така просвітницька діяльність, вона дає результати? Стало трохи більше свідомих громадян, які, ну, добровільно, скажімо так, чіпують своїх тварин? Звісно, люди раніше, во-первых, навіть не знали, що таке чіпірування. Вони думали, що це дуже больно для собаки, що це якась операція, яка там проходить під наркозом. Вони не знали, що це секундне діло, маленький укольчик. Вони не знали, для чого це робиться. То розкажіть, будь ласка, зараз тим, хто про це не знає, як саме це відбувається. Чипирование – це процедура, происходит, ну, меньше, быстрее укола. То есть в игле находится, в одноразовой игле находится чип. Чип, он маленький, размером чуть больше рисового зернышка. Такой же по диаметру. И, вот. Методом чипирования уколом или в холку, или в плечо собачки вводится секунда. Буквально. Собачка быстрее, чем ввести вакцину в ветклинике. Это безболезненно. Собака никак не реагирует после этого. Никаких причин нет. Она, ну, не чухает, у нее это не болит. И все. Это делается для того, чтобы, во-первых, зарегистрировать собаку на себя. То есть вы будете полноправным ее хозяином. А есть какая-то ознака, что по тварине можно сказать, чипована она или нет? Ну, к сожалению, нет. Проверить можно только специальным сканером. Сканеры почти в каждой ветклинике города Николаева есть. То есть, если мы находим собаку, в основном даже, ну, породистую, да, вот мы находим очень часто собаку. Первым делом, что мы проверяем, это чип. Потому что у каждой собаки свой номер. И по базе данных можно пробить по этому номеру хозяин, где живет. То есть, если бы были собаки все зарегистрированы, то потеряшек бы на улице практически не было. Шановні глядачі, я сподіваюся, ви зараз почули наших гостей і зрозуміли, наскільки чіпування може дійсно гарантувати безпеку вашим улюбленцям, і в разі втрати тварини її дійсно легко буде знайти і повернути додому члена родини. І якщо говорити про ті результати позитивні, про які ви сказали, ну, мені особисто дуже приємно про них чути, але постає питання, за який час ми змогли цих результатів досягти? Скільки часу вже триває оця процедура поступової стерилізації тварин, утримання агресивних тварин в центрі допомоги? Рік, два, три, скільки вже функціонує наш центр? Національне підприємство почало іменно фізично, а не просто на бумажках, да, работати тільки з кінця февраля цього року. Менше року фактично. Да, менше року. І дійсно ми бачимо результати, тому що, вийдя на вулицю, ми бачимо цілу кучу собак, которые уже носят клипсочки на ушах, которые больше не приведут потомство, которые не участвуют в собачьих свадьбах. Но, к сожалению, есть граждане города Николаева, которые категорически против такого метода сокращения численности бездомных животных. И они не только не помогают, они еще и мешают, потому что они травят животных, уже простерилизованных. Притом, по статистике даже нашего предприятия, 70% отравленных собак уже простерилизованы. То есть это не потому, что человек не хочет, чтобы собак, допустим, не было на улице, а вот просто потому, что ему не нравится этот метод, и вот, ну, то есть специально собаку простерилизовали, привезли во двор, вернули, а собаку через пару дней отравили. Ну, это в корне неправильно, и, наверное, надо бороться не с собаками, да, то есть собаки, которые уже есть на улице, мы поможем, ну, городу, мы поможем сами... Катя, мы поможем сами себе, мы сможем их простерилизовать в том случае, если собаки бездомные не будут пополняться армией домашних. То есть каждый человек должен понимать, что
миф о том, что вот моя собачка должна или кошечка хоть раз родить, почувствовать там материнство, я всех пристрою своих щенков или котят в хорошие руки. Но это в корне неправда, это действительно утопия какая-то, это сказка, это, ну, это действительно миф. И если ваша собака не представляет племенной ценности, если она там не чемпион, если у нее нету родословной, то лучше, конечно же, сразу же животное простерилизовать, но вот когда она доживает до возраста, когда это возможно. Вот. И таким способом помочь и себе, избавить себя от проблем, помочь своему животному, потому что если мы не хотим, чтобы собачка или кошечка гуляла, то, конечно же, даются контрацептивы, то есть таблетки, которые в итоге все равно приводят к заболеванию животного. То есть мы не облегчаем себе жизнь таким образом, потому что потом такие хозяева тратят очень большое количество и времени, и денег на лечение своей собаки или кошки. То лучше один раз заплатить деньги, простерилизовать и быть уверенным в том, что ваши же красивые, пушистенькие, там, маленькие котята, щенки потом не окажутся на улице, либо их потомство. А мы с этим встречаемся постоянно. Вот многие думают, что, допустим, зоозащитная организация «Феникс» занимается бездомными животными, у вас только одни дворняжки. Половина животных являются либо метисами, либо породистыми животными. Очень большое количество. Это не лише загублені тварини. Это и выброшенные очень большое количество. Алабаи, кавказцы, овчарки. Тобто люди берут цуценя и не розуміють взагалі, яку породу вони обрали для себе. И очень часто животное заболело, все прекрасно понимают, сколько сейчас стоит лечение, сколько сейчас стоит лекарство, и люди просто не взвешивают свои возможности ни физические, ни финансовые. Лечить животное они не могут, усыпить как бы негуманно, жалко, и просто такое животное выставляется на улицу. Конечно, мы их подбираем, конечно, мы объявляем сборы, мы их лечим, мы пристраиваем дальше там, в хорошие, добрые руки, но... Из 10 таких выброшенных животных нам могут попасть, да, на нашем пути 7, 8, 6, хорошо, если 10. Но часть из них все равно погибает. Собака или кошка, которая выросла в доме, она не приучена к уличной жизни. Они гибнут под колесами, их травят, их убивают. Они пытаются забежать в подъезд, прибиться к каким-то людям. Представьте себе, вы идете на улице с той же самой коляской, с ребенком, и к вам бежит алабай, который просит у вас кушать, начинает в вас тереться. То есть это действительно, ну, как бы страшно. Собака дуже великий. Вот. А есть же и агрессивные животные, которые привыкли охранять свой дом, которые не воспринимают других людей. Представьте себе, таких собак выбрасывать на улицу. Каких-то мы подобрали, каких-то пристроили, каких-то вылечили, а некоторые объединяются в стаи с собаками. Вот откуда у нас такое большое просто количество огромных псов? Они же не сами по себе не растут, то есть, соответственно, туда примешивается просто кровь взрослых крупных собак. І якщо повернутися до теми чіпування тварин, відповідальності господарів, от ті тварини, яких ви віддаєте у добрі руки новим господарям із центру допомоги, центру захисту тварин, вони обов'язково чіпуються чи ні? Обов'язково. Всі животні проходять, якщо вони вже достигли возраста, коли їх можна каструвати і стерилізувати, тільки обов'язково після завершення операції, під чіпування, під регістрацію, якщо животне является еще щенком, таким вот, как наши малявки неугомонные, которые сегодня пришли в студию, то они даются под договор, в котором также прописана обязательная регистрация и чипирование, и обязательная стерилизация. Вы каким-то чином потом проверяете умовы утримания тварин, яких віддали из центру? Конечно, очень многие люди сами вот такие довольные звонят, нам присылают фотографии, кому-то мы звоним сами. Бывает даже, что волонтеры потом продолжают дружить с хозяевами, вот куда они отдали питомца, приходят в гости, общаются. У нас есть в группе вот ZooFeniks и ВКонтакте, и в Одноклассниках есть специальные альбомы, то есть животные до и после, счастливые истории, куда можно зайти и посмотреть, вот как, допустим, там, какой-то вообще замерзший, очень худенький, облезший котенок, каким он потом стал, когда его вылечили, когда он попал в добрые руки. Люди делятся, это счастье действительно, когда помогаешь, и потом вот мы видим, что из этого вот комочка, которому оказали помощь, вырастает, или если больное животное забирается с улицы, то есть после того, как оно вылечилось, после того, как попало в семью, ну, во что, в какого ангелочка он потом превращается. Оці маленькі янголята чотирилапі вже мають господарів? Ні, ці малышки і їх ще три сестрички і один братик, вони ще дом. Вони на днях приїхали к нам в центр, к нам в офіс. Вот, потому что, к сожалению, в новогодні праздники їх мама пропала, і вони остались одинокими
и замерзающими на улице. Вот нам их привезли, и они сейчас уже ищут дом. Они и еще очень много других животных, которые являются, находятся под опекой и коммунального предприятия Центра защиты животных, и зоозащитной организации «Фенікс». Ну що ж, будемо сподіватися, що дуже скоро оці непосидючі і такі жваві цуценята вже опиняться у люблячих господарів. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми говорили про проблему безпритульних тварин та про шляхи вирішення цієї проблеми. Зокрема, говорили про досвід Миколаївщини у цьому напрямку. На питання сьогодні відповідали пані Ірина Непочатова, реєстратор комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин», та пані Наталя Данілюк, співзасновник зоозахисної організації «Фенікс». Дякую вам за таку чудову, теплу зустріч. Не знаю, як наші глядачі, а я отримала просто море задоволення. Я прощаюся з вами і сподіваюся, що дедалі більше буде позитивних зрушень у вашій справі. Успіхів вам! Прощаюся і з вами, шановні глядачі. Дякую за те, що залишалися з нами. Будьте і надалі з телеканалом «Миколаїв», щоб знати більше. На все добре!